Кого вы видите новым министром культуры? Управленница сферы культуры. То есть при этом совершенно необходим уровень, так сказать, культуры, уровень развития и знание профессиональных и социальных, вот, так сказать, вопросов. Вот что, конечно, нужно. Поэтому я очень и задумалась. Мы знаем там безусловных деятелей культуры, которые не владеют этими вопросами. И более того, деятели культуры, насколько мне это известно, а я кое-какое отношение имею, очень часто чрезвычайно пренебрежительно относятся к решению социальных вопросов. Поэтому тут совсем непросто. За Швидкова, он мне нравится. И Агору сейчас ведет передачу, молодец, и театр у него. Почему бы и нет? Такая должность ответственная, и там человек должен иметь навыки, наверное, знать работу всех жанров, или как-то это лучше сказать. И мне кажется, только они знают, кто вот из них самый вот достойный. Кто противоположная идеология с нынешним министром культуры, кто больше свободы дает? Ну, как бы хороший управленец должен быть. Может, Михалков. Я думаю, как управленец он хороший. Вот. Ну, а так я особо никого не вижу, потому что артист, он не может быть еще и управленцем хорошим, понимаете? Человека, который любит культуру, наверное. Ну, наверное, Гергиева. Потому что у него столько энергии, и он настолько хорошо знает всю страну, поскольку он постоянно по ней ездит, что он, наверное, отлично бы справился. Настоящего большого артиста, которого уважает вся страна. Ну, хотя бы даже тот же Безруков. Пускай будет наш Фетисов, хоккеист. Или Третьяк, на худой конец. Я бы рекомендовал министром культуры товарища Швидкова. По кругу ходят все. Можно любого выбрать. Будет все нормально. Сложный вопрос. Моя симпатия на стороне Швидкова. В настоящее время мне не нравится министр культуры. Ну, не нравится и все. По его делам. А кого назначить, это вопрос очень серьезный. Нужен очень образованный, культурный, честный человек. Честный, самое главное, мне кажется, сейчас в России.